Сегодня у нас 26 июля 2017 года. Это мы на разъезде. Продолжаем грузить бут. Вот она, эта громада стоит. Бетона и проволоки. Вот здесь вот мы загружаем кирпич. Вот Игорь Александрович на своем тракторе. Никита и Владимир. Вот. Солнечный день, жаркий. Еще много всего можно загрузить. Ну, сколько его кирпича. Ну, так вот. Ой, Богу. Здесь вот этого, который булыжник у нас упал, сверху вот тут висел, он на той стороне, я показываю, вверх. И как свалился и пробил тут все сразу. Ну, так вот, слава Богу за все. Хороший кирпич потом мы берем. Очень серьезно, прав мешает. За полтора года. И ты вообще прав в принципе нет. Там даже он посреди строения березы выросли. Стоит красавица. Нашла себе защищенное место и растет. Расколем, да, сейчас ломиком. Это у нас уже второй рейс будет. Вот так вот. Слава Богу за все.